На заседании правительства Колымы обсудили итоги конкурса социальных проектов. Более 30 некоммерческих организаций поучаствовали в конкурсе, победили 19. Самые популярные направления проектов – наука, образование, просвещение, а также пропаганда здорового образа жизни. По завершению состязания организации получили субсидию из областного бюджета на реализацию своих проектов. В этом году из казны в региона выделили 9 миллионов рублей, 5 из фонда президентских грантов. За счет финансирования конкурсом президентских грантов удалось выделить более крупные суммы на реализацию социальных проектов. Это до 1,4 миллиона рублей, что способствовало качественному росту самих проектов, увеличению охвата граждан, принявших участие в реализации проектов, умножению числа волонтеров, увеличению большего числа муниципальных образований в проекты. Многие некоммерческие организации смогли приобрести оборудование, которое в дальнейшем понадобится для их деятельности. Победители уже начали реализацию своих проектов. Семейные ценности – проект организации «Колыма за жизнь». Благодаря соцподдержке более 800 человек получили материальную помощь. Братина провела двухдневный исторический фестиваль в онлайн-формате. Посетило его более 6 тысяч зрителей.